Жители третьего по величине йеменского города Таиза выступили против сторонников движения «Ансар Аллах». Шиитские мятежники-хауситы при поддержке вооруженных отрядов, лояльных бывшему президенту страны Али Абдалле Салиху, в воскресенье захватили Таиз. Тысячи недовольных их появлением горожан вышли на улицы. Чтобы их разогнать, мятежники применили слезоточивый газ и боевые патроны. Один из манифестантов был убит, пятеро ранены. Все жители Таиза собрались здесь с одной целью – не отдать город боевикам, прогнать их. Жители Таиза не отступят и будут защищать его своими телами и душами. Они разойдутся только, когда боевики покинут наш регион. Таиз находится на пути из Саны, столицы страны, в Аден, портовый город на юге Йемена, который, бежавший от хауситов, президент страны Абдраббо Мансур Хади объявил временной столицей страны. Сана с января находится в руках шиитских мятежников. В субботу они объявили всеобщую мобилизацию и ведут наступление на Аден.